Guess who's back, 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 back again, again, again. Саша's back. В общем, сегодня тот самый день, когда мы наконец-то возрождаем канал и снимаем влоги. Я считаю, это успех. Я готова. Вы готовы? Надеюсь, что да. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в Мюнхене, аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса. Местное время 12 часов 5 минут. В Мюнхене облачно, температура минус 3 градуса по Цельсию. Как называется? Зёльден. Туда мы и направляемся. Ехать нам 3 часа. Идем исследовать мюнхенские заправки и покупать водичку. Может, теперь шоколад-то не едим, все. Мне кажется, это первый раз в подобных поездках, когда я взяла только воду на заправке. Похудение, оно беспощадно. Она даже сюда не помещается. Что за этого мира, потому что там тоже заправка, вот эти песни, которые мы сейчас слушаем. Thank you. У них песня есть, она 14-го. Мы заселились, пока есть возможность. Пропишу вам два моих инстаграма. У меня есть основной инстаграм, это то, где я пощу всю свою жизнь, рассказываю вам про театральное. Есть второй инстаграм, там я худею, снимаю вам фотку еду, здесь тоже буду снимать видосики всякие про еду, фоткать еду, которую я тут ем. Если вас это заинтересовало, то subscribe to me. И на самом деле я с каждым разом все больше и больше сознаю, что все эти города, которые находятся в горах, они все похожи между собой. Если вы не видели мои предыдущие видео, то вот здесь вот будут ссылки. Мы живем в прекраснейшем месте, тут все так красиво, спокойно. Все так уютно и очень спокойно. Вот это единственное слово, пожалуй, которое приходит мне на ум. И у меня есть 5 дней полнейшего отдыха. Не исключено, что завтра я поднимусь на гору и вообще захочу отсюда уехать навсегда, потому что у меня очень сложные отношения с горными лыжами. Каждый год мы с ними встречаемся и зарекаемся никогда больше не видеться. Итак, сегодня первый день нашего катания. Взяла лыжи на прокат, и мы отправились на детскую горку, чтобы понять, чего я стою после года отдыха. Мы поняли, что все не очень плохо, потому что я не падаю через каждые 5 метров. Поэтому сейчас мы идем покорять новые вершины, новые трассы. Мы готовы, и я надеюсь, что вы тоже. Thank you.
Philips. Что происходит? Можешь работать, пожалуйста? Мне кажется, он просто холодно. Наконец-то мы вышли на связь. Значит, вчера нас погода радовала солнышком, значит, ясностью, а сегодня этого всего нет. Все, туман, снег, ничего не видно. Это ужас. Правда, дяденька в лифте сказал нам, что наверху... В общем, облака низко, наверху облаков... Отлично, мы выключились. Короче, наверху облаков нет. Мы сейчас это проверим, конечно, но мне страшно, я ничего не вижу, техника не работает. Вообще, как жить? Как жить? Офигеть, ребята, я просто в шоке. Мы поднялись повыше, 2656 высота, и тут видно голубое небо, и тут не идет снег, это просто видно, и тут есть солнце. Мы выше снега, мы выше неба, это офигеть. Сегодня был очень классный день в плане катания, потому что я увидела то, что я не видела никогда в жизни и вряд ли когда-то еще увижу. В общем, мы поднимались на высоту около 3000 метров, облака были под нами, то есть... Мы были выше облаков. Самое потрясающее, что я когда-либо испытывала, это въезд в облака. То есть ты катаешься, у тебя светит солнышко над головой, достаточно тепло, а потом ты въезжаешь в облако. То есть ты едешь, снега нет, а потом опа, и он появляется. И ты уже в снегу весь, ты уже ничего не видишь, весь твой обзор заполняет снег. И вообще мы сегодня почти весь день катались в каком-то тумане, я чувствовала себя реально каким-то ежиком. Снег сливался с небом, и то есть у тебя все было белым просто вокруг. Ты не понимал, с какой скоростью ты едешь, ты вообще терялся просто в пространстве. Но мне кажется, что это очень-очень интересный опыт. Сейчас будем спать. Потому что завтра последний день нашего катания, и я надеюсь, что он будет таким же насыщенным и классным, как сегодняшний. Сегодня погода солнечная, но по прогнозам очень морозная, поэтому на мне две пары носков. А еще сегодня я... The Dark Vader. Очень-очень-очень красивое место. Тут высоты 3000 и больше, но тут очень холодно. Меня не спасают даже две мои пары носков, термоносков, вы понимаете? У меня ноги просто ледяные, они онемели. Сейчас я сняла ботинки, и они вроде бы приходят в себя. Мы сидим, греемся, едим венгерский суп, который почему-то в Австрии популярнее, чем в Венгрии. И, в общем, радуемся жизни. Это место называется Тихонбах-Глетчер. И тут очень красиво. Тут на самом деле очень-очень широкие трассы. Наверное, из-за того, что их много, людей почти нет на трассах, потому что они там рассасываются. И кажется, что ты вообще тут один, и так красиво вокруг. Что ты едешь и вообще чувствуешь такую свободу, и просто потрясающее место. Ну все, мы уезжаем из этого чудесного места. Видите, что произошло с нашей водой? Планировала ее попить вообще-то. Я говорила, что надо покупать маленькую бутылку. Не, ну за 3 часа ты отмерзнет, я думаю.
Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания.